Даю офигенную локацию в городе Хастера. Называется ресторан Пештите. Пештите. Офигенное место. Еда очень вкусная. Цены демократичные. Для всего есть картинки. То есть здесь по-английски, по-болгарски и картинки для идиотов. Вот. Я по картинкам все брал. Вот. Значит, я взял зеленчуци наскара за 6 евро. Я взял салатик. Я взял шопский за 4 евро. Это десяточка, да? Потом я взял свинский джолан. Где тут он? А, вот эту штуку взял. Тележку бонфиле за 14. Ну да, раскошелился, конечно. Я думал вот это взять, но он сказал, то лучше, чем королевская котлета. А потом с собой мне завернут... Где тут свинский джолан? А, пиццу взял. Пицца за 6 евро. А где же свинский джолан? Ну, я его увидел в тот раз. А, вот он. Вот, свинский джолан. Pork knuckle. За 8 евро. Ну, рекомендую, короче. Место бомба. И еще есть, когда нет такой жары, можно покушать на свежем воздухе. А и парковка, вон парковка для людей на улице халявная. Вот. Место бомба.